Hoopstails. Посмотри, что ты натворил! Как мы можем после этого снова быть семьей? Как ты можешь говорить такое? Разве это для тебя ничего не значит? Ничто уже не будет прежним. Эмили? Не вставай резко. Ты же помнишь, что рекомендовал доктор? Я в порядке. Снова кошмары? Я не знаю. Должно быть, у тебя шоковое состояние. Ты ведь недавно упал с лестницы. У меня идея. Пойду сделаю тебе чашечку ароматного чая. И тебе сразу станет лучше. Спасибо. А ты отдыхай, хорошо? Я скоро вернусь. Это невероятно! Сегодня кот Нуар и Леди Баг снова спасли Париж. Отличная работа, партнер! Леди Баг, кот Нуар, не хотите ли что-то сказать жителям Парижа? Будьте бдительны, акумы нападают все чаще и чаще. Но не волнуйтесь, что бы ни случилось, мы сделаем все возможное, чтобы защитить город. И у меня есть сообщение для бражника. Мы найдем тебя, будь уверен, и тогда уже ты никому не сможешь навредить. Фух. Сэр? Кто... Что за... Я приготовила чай с твоим любимым малиновым вкусом. Ты говорил по телефону? Я слышала твой голос. Нет, просто мысли вслух. Странно. О чем ты? Странно, что Адриан все еще не вернулся с занятий фехтованием. Его занятия стали заканчиваться все позже и позже. Габриэль, все будет хорошо, обещаю. Что тебе нужно? У тебя все в порядке? Оставь меня в покое, Дюпен Чен! Что ж... Ищешь новую лучшую подругу? Запахло предательством. Что, ревнуешь меня к ней? Наконец приехал! Тебе не за что переживать, поверь мне. Тогда почему ты пытаешься подружиться с ней? Я не пытаюсь подружиться. Я заметила, что она сидит одна, поэтому решила поговорить с ней. Простое любопытство. Тебе не стоит о ней переживать. Она просто избалованная девчонка.
Видимо, она расстроена, что мама не оставила ее на домашнем обучении. Должно быть, она думает, что мы недостойны быть ее друзьями. Я была вынуждена ждать тебя на крыльце школы, в окружении этих идиотов! Когда я расскажу об этом папочке, он уволит тебя! Вот и все, ничего тут нет любопытного. Ты забыла упомянуть, что Хлоя потеряла своего лучшего друга год назад. Что? Да, это сложно объяснить. Аля полагает, что этот ее друг не умер, просто заперт у себя дома, и родители запрещают ему выходить. Это просто моя теория. У тебя есть какие-то доказательства? Только моя интуиция. У меня нет пока никаких доказательств. Иначе я бы уже написала об этом в своем блоге. Тогда тебе стоит их поискать. А что я по-твоему делаю? Вся правда о семье Агрест. Это будет отличным заголовком для поста в блоге. Агрест? Да, а их пропавший сын Адриан Агрест. Разве ты о нем не слышала раньше? Адриан Агрест. Кажется, я уже где-то слышала это имя. Адриан! Адри! Нет, Маринет! Маринет? Девочка, с тобой все в порядке? Ух, просто задумалась. Прости. Адриан Агрест? Сын Габриэля Агреста? Конечно, я о нем слышала. Габриэль Агрест – мой любимый модный дизайнер. А его жена снималась в нескольких известных фильмах. Да, она красотка, верно? Как она могла выйти замуж за такого урод... Эй! Имей уважение, у них горе вообще-то. Что? Я думал, ты не веришь, что их сын погиб. Да, но я не уверена, верна ли моя теория. Не поделишься своей теорией? Ага. Почему ты думаешь, что Адриан Агрест заперт у себя в доме? Это очевидно, потому что его семья скрывает что-то. Просто представьте. Богатая, успешная и счастливая семья. Казалось бы, просто идеальная. А на самом деле они скрывают самую ужасную тайну в мире. Сын вырос, и его родители опасаются, что он расскажет эту тайну всем. Тогда они решают закрыть его в тайной комнате, где никто и никогда не услышит его криков о помощи. Жуть какая-то! Алья, это тебе не кино. Разве родители могут так поступить? Это бессмысленно. Хочешь, мы выясним это вместе? Вместе? Ты хотела сказать, ты выяснишь. Сама. Не впутывай меня. А еще лучше, может, предоставить это коту Нуару и Леди Баг? Я уверена, они в таких вопросах более компетентны, чем мы. Привет, дети. Стоп! Даже слышать не хочу больше про это. Только представь, если это правда. И ты бы ничего не стала делать? Здрасте, мадам. Что у вас происходит? Ничего. Просто Алья рассказывает жуткие истории. Эти истории могут быть правдой. Нет. Да. Ха-ха-ха. Ясно. Вот, возьмите по макарону. Они успокоят ваш разум. Спасибо! Каникулы уже на следующей неделе. У вас есть какие-то планы? Да, мы всем классом хотим сходить в зоопарк и в бассейн. О, а еще планируем походы в кино. Только не забывайте делать домашнее задание. Не волнуйтесь, все сделаем. Прости,
Я все испортила. Не страшно, ты сможешь все исправить. Нет, я неуклюжая. Я могу сделать только хуже. Но ты была избрана, Маринет! Что ж, тогда тот, кто выбрал меня, ошибся. Но... Я не хочу быть Леди Баг! Выбери другого владельца! Прощай, Тики. Я устала. Нужно поспать. Хотя бы немного. Разве у тебя не назначен кастинг? Я отменила его. Не могу же я оставить себя одного. Я не один. Я не позволю заботиться о тебе, нашему ассистенту. Войдите. Простите, что беспокою вас, мадам, но только что звонил месье Дюпон. Он просил напомнить вам о кастинге в 14:00. Скажите ему, что кастинг отменен. Что? Эмили, тебе не стоит отменять свои дела из-за меня. Месье Агрист прав. Я могла бы позаботиться о вашем муже в ваше отсутствие, если желаете. Сэр? О, моя голова. Габриэль. Сэр, вы в порядке? Может, позвонить доктору? Вы не могли бы оставить нас наедине? Но, мадам, я... Не стоит волноваться. Моему мужу просто нужен отдых. Я о нем позабочусь. Вы можете идти. Хорошо, мадам. Эмили? Только я могу заботиться о тебе. Пойдем. Прилег на диван. Кто эта женщина? Наш ассистент. Я раньше ее не видел. На той неделе у нас работала другая девушка. Мы что, меняем их как перчатки? Ну, когда как? Эмили, это не ответ. Присядь, пожалуйста. Я не доверяю незнакомцам из-за всех этих слухов вокруг нашей семьи. Все ради безопасности. Лучше держать подальше от нашего дома любопытных людей. А теперь отдохни. Я в порядке. Что меня действительно волнует, так это ощущение, что ты от меня что-то скрываешь. И Адриан почему-то еще не вернулся домой. Милый. Адриан, он... Я ничего от тебя не скрываю. Ты ударился головой и частично потерял память. Я хочу, чтобы она возвращалась к тебе постепенно. Я чувствую очень сильную эмоцию. Эмили? Ужасно измученная душа. Прекрасный выбор. Это был несчастный случай. Мы все исправим. Где Натали? Натали?
Кто такая Натали? Габриэль, ты пугаешь меня? Я никогда не падал с лестницы. Не ударялся головой. Так и знала. Нужно было дать тебе отдохнуть, а не тащить сюда. Это не то, чего я желал. Это не то, чего я желал! Все, что сейчас происходит, не имеет смысла. Я всего лишь хотел, чтобы мы вновь были семьей. Это шутка, верно? Как ты можешь говорить такие вещи? Понимая, что ты тот, кто повинен во всем этом! Наконец-то! Они в моих руках! Не делай этого! Посмотри, что ты натворил! Как мы вообще можем быть семьей после этого? Какое бы желание ты ни загадал, ничто уже не будет, как прежде. Как ты можешь так говорить? Разве это для тебя ничего не значит? Объединение! Вот увидишь, Адриан, твоя мать снова будет с нами. Нет! Мое желание вернуть Эмили. Пожалуйста, вернись! Нет, отец! Что происходит? Я устал. Нет, Адриан, останься со мной. Мне нужно поспать. Совсем немного. Адриан! Адриан! Очнись! Очнись! Адриан! Все повторяется. Словно я застрял во временной петле. Это не то, чего я хотел! Я хочу, чтобы все прекратилось! Ты делаешь? Не уходи! Останься со мной! Пойдем со мной. Адриан? Ты в порядке? Да, все хорошо. У меня был очень странный кошмар. Все кончено, отец. Я не понимаю. Даже самая сильная магия в мире не способна вернуть тебя нам. Ничто и никогда уже не будет прежним.